Пятерочка. И вот тот, кто был в Суко, поймет. Проход закрыт. И надо идти вот сюда вот. То есть вот этот проход единственный. Пляжу закрыт. И надо идти вот сюда. Перелазить. Вот здесь. Это... Прикольно. Ребятишки катаются на велосипедах. Тут уже это вторая команда. Буквально за 5 минут, как я вышла. Хорошо, конечно, когда ты не в Омске катаешься на велосипеде, а здесь, по горам. А мне, в общем, пришлось перелезть вот здесь. Дорожка натоптана. То есть там проход закрыт, где обычно вот здесь вот по тропинке все ходят. И вот здесь окольными путями все обходят. Вот так вот интересно. При том, что это единственная дорога, которая ведет к пляжу. О, замечательный наш 109-й автобус, которого все так все время ждут. Так, сколько сейчас времени? 5 минут. Мы идем. Вот это автобусная остановка, после которой автобус поворачивает в ЖК. Автобусная остановка называется смена. А вот, кстати, машина сопровождения от велосипедиста где-то потерялась. Велосипедисты уже давно уехали. Машина только сейчас едет. Наверное, заехали в магазин.